9 хозяйств Новосибирской области полностью завершили уборку зерновых. Аграрии уже собрали больше 1 000 000 тонн зерна. Отмечу, что урожайность выше, чем в прошлом году. Среди районов по темпам уборки лидирует Красноозерский. Одновременно в полях убирают картофель. В целом по области собрали уже почти 60 тысяч тонн клубни. Добавлю, что сельхозпроизводителям из бюджетов разных уровней направили 2 миллиарда 700 миллионов рублей господдержки. В том числе из резервного фонда деньги на компенсацию затрат на солярку выделило аграриям областное правительство.